Все молчат? Да. Я не могу сидеть. Так я тоже все, я Слава, короче, пошел. Я не буду на это тратить время. Я могу похилить на дракончиках. Вы подамажите. Да что-то зависло у меня. Погодите. Ну, я полностью разобрался. Ну, я тоже разобралась, но Мы с в тобой это последний момент обсуждали. я просто там секунда оставалась мне, я жму, и как бы она пробивает все равно. Я не Меч успела щита настать. сколько бьет? По 15 тысяч? По 15 тысяч молния бьет. Без щита. Или что? Молния это не взгляд, да? Да не взгляд. Пойдемте А в ОС, взгляд сколько? пожалуйста. Взгляд, не знаю, я выжила, выжила. Если не юзаешь, просто сдыхаешься. Ну, меня взгляд убил как-то под щитом. При том, что я перед тем, как по мне долбануло, стоял возле драконов и хилился. Да, меня походу под щитом убило. Охуенно. Ты, может, в статике стоял? Не-не-не-не. На Макс РНЖ. Может, хватит? М? Долго что-то с ним. М? Ну ладно. Если что, мы как кушать приготовим, я приду. В этом самом. Дискорд. Я дам вам шанс. Присягните на верность мне, и, может быть, я не уничтожу вас за вашу наглость. Что вы планировали? Беспардонно ворваться в мои владения? Использовать магию против меня?
Бывшие создания, вторгшиеся сюда. Как жаль, что ваш ум не так силен, как ваша храбрость. Меня позвали в гильдию. Такое неожиданное предложение. В ту самую? В скобках, да, в ту самую. Какую? В загадочную. Так по нации я у него же был сначала типа в статике, потом у Муренка, и они все ушли и организовали собственную гильдию. Никому, кроме синих драконов, не позволено находиться здесь. Возможно, это происки Алекстразы. Что ж, значит, она послала вас на верную смерть. Ярости недостаточно. А я помочь двум могу одновременно? Да, даже сами со мной нерод, который призывает, могут помогать друг другу. Я увижу всех со мной. Сейчас, Слав, буквально 2 секунды, я часть себе приготовлю. Сейчас там чайник уже закипает, и пойдем. Сейчас несу. Несу мой тебе, пока мне сейчас штаны на 50 СПД зачарят, секунду. Сейчас вернусь, ребят. Да все ему пиздец. Магом потанчу. Меня закрыли. Долго только тактика и все. Ну это тоже. Значит, она послала вас на верную смерть. Че?
А проверкой дистанции можно врагов видеть или нет? Проверять. Или только членов группы? Вот тоже надо отходить, когда вас уставляется дракон. Вы ешь это те пати. Ты мне объяснишь? Так. Так. Да, я так и делал, я так и делал. Тихо. Я так и делал. Блэк, успокой свой микрофон. Ладно, ладно, ладно. Я бы еще ехал на второй этой звезде, потому что на первой там при пуле срабатывают ринки там всякие. И они не успевают откатиться вроде бы. А. Чё? Да, могу. Сейчас могу. Я с телефоном в Discord зашел просто. Ну, типа, просто на третьей фазе, когда вот переход на третью фазу, становись на край платформы, вот, ну, вот сюда, например. Просто тебе становится в тебя. Да, он будет в центре, это будет максимальный ренжа от босса, и все. Просто вот перед третьей фазой. Вот так вот. Низшие создания, вторгшиеся сюда. Как жаль, что ваш ум не так силен. Я не знаю, в чем проблема, типа, блядь. Не, тут не только ты. А вообще меня нормально слышно, парни? Огонь. Ну все, охуенно, значит. По рекаунту я первый. Да, у меня тут креветка спрашивает просто. Сейчас скину. Я офлик, не похуй. Ты не всегда первый, чувак. Я обычно знаю, первый это шам. Это как пойдет. Ну, извините меня за 25-ку. Проф, у меня вообще не прокачаны, забей. Я на маге сейчас играю. Ну, если честно, я первый раз вообще на локе играю. Не вот это надо прокачать. И чтобы... Блин, скинуть я хотел, да. Ну все, тогда идем к нему на чай. Все. Давайте, Симоньте, Шумского и полетели. О, все, скинул. Так, я...
Ну, нормально. Что-что? Как-нибудь что? Мы Настю берем или как? Настя. Я рекон чаю сейчас. Рекаунт. А что вы планировали? Беспардонно ворваться в мои владения? Использовать магию против меня? А как я доволен. Есть у кого фласка на СПД? Есть. Давайте на шумского фласку дам сразу голду. Я гумно. Окей. Хорошо. Окей. Обычно просто вправо летят. Вправо выносится. А там без разницы, как лететь. Смотрите, давайте проще, чтобы все... Нету. Смотрите, в десятке он ауешит. То есть, когда он стреляет в кого-то, он ауешит. Получается как? Когда там будет написано у вас посреди экрана, Малига смотрит на вас. Вы должны посчитать про себя раз, два и прожать пятую кнопку. Там типа щит. Только при этом, при всем, вы должны отлететь в правую сторону от рейда, потому что в вас летит 75 тысяч, а ОЕ 25 тысяч. Если вы вдруг увидите, что в рейде появилась такая шаровая молния огромная, мы просто все вместе отлетаем от нее влево, и все. Стараемся максимально держаться кучно, потому что хилы будут хилить. Давай. Бля, я это не вызывал. Так, искра появилась у него в спине, искра в треугольнике. Трусы. Окей, попробуйте порталами избежать взлетки. Да. Только сразу ее не убивайте, пожалуйста. Чтобы она хотя бы залетела. Вот теперь можно бить трусы. Ты можешь подвести босс поближе, и чтобы не убили. Искра в течение. Только они должны стать... Искра в печенье, ребята. Лок, тяка, дай раскол. Тёма, ШП. Хвостом босс, если что, не бьет, ребята. Оставь. Хвостом босс не бьет. Мильки, тоже встаньте, пожалуйста, в лужу. Вот, короче, вот так, типа, чтобы подводи боссу, и чтобы мильки тоже в луже стояли и убивали, били сильнее. Просто проебал два куста. Упс, он эвейтнулся. Ой, блядь, бы. Петух. А у нас еще я не могу стоять в искре, не могу дамажить. Потому что искра в упоре, у нее дикий фрейм.
В портал просто можно выйти, да и нельзя. Все. В портал. Поднялся в воздух, умер. А если все выйдут и там обновить? Да просто, да боже, за пуль босса умрем, да и все, за пуль босса просто умрем. Так все, и шар появился, что надо? Геру надо скинуть. Нам Гера нужна, надо скинуть. Встаньте все кучно, типа... просто и все. Он спереди, он когда в лицо он кливает. Да я дыши давай. Вон. А зачем сбили каст? Уже на автомате сбивают. Опа, моего. Парни, у меня посторонних звуков нету никаких? Нет. Нет, заебись. Все. После я психанул уже, с телефона зашел в Дискорд. А, ребята, а Ульдуар открыли? Привет, нет. Нет. А, да я просто увидел, что появилась вкладка в путеводителе. Ульдуар еще не... Все, пока, в марте встретимся. Понял, до свидания. А где Ульдуар в этом появился? Ну, в рейде. Ну, рейд открываешь, личкинг, и там вот Ульдуар появился. Ну, просто тестят, смотрят. Мне не появилось. Только там 4 бота? Ульдуар? Ну да, просто. Просто вводит потихоньку, готовится. Мне не появился, походу, кстати. Появился, ну, появился. Я вот сейчас тоже смотрю. Какой шмон? 226. 219. Нет. Тут шапка 219 есть. Кольца 226, шея 219. Это чё, блядь? Нет, здесь типа половина шмота 219, она чуть почти весь. А, видимо, с усложненного десятки, то 226 и падает. Васлаун чё обновлялся сегодня? Тут чисто вот кольцо 226 есть. А никого не смущает? Тут еще зеленая шмотка есть 19 левела. Ну, не, Ульдуар я уже убивал. А я ни разу там не был. Я на этом, на сервере Изенгарда убивал. Никого не смущает 239 из 25-ки. Вы его... Дай. Ладно, все, друг, давай. Я кнопочки пошел нажимать. И Хаммер, боевой крик дай. Хант, на пул давай, пожалуйста. Ну, извини тогда. Ты атаковой держи. Да ты можешь сейчас прямо в центре держать его и все. Я отведи чуть-чуть. Смотри, что сожрет. Сожрал. Да. Не, пропало. Разбили. Только пропало. Искра в печенье. Люди в треугольниково. Видео сейчас сожрет. Да нет, ну. ШП может ее тормознуть просто и все.
Че, Тёма, не переборщи, не переборщите. Ну зачем вы так рано ее разбили, парни? Переборщили. Давайте РДД тоннель. Там нормально, РДД достают, достают, достают РДД. Вромб, вромб, вромб веди. Я подниму. Варя, зайди в этот, пожалуйста. Есть, так и держи, так и держи. Сромба летит. Сромба летит. Сромба. Желательно. Только не вставай прямо сейчас, Тёма. Лежи, 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 лежи. А, все, 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 он циклон не поднимает, давай вставай. Все есть. Гимн могут отдавать, гимны тотем могут отдавать, нету рейда маны. Дай меточку, меточку дай. А, все, 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 все нормально. После третьего купола будет дыхание. Третий купол, после него будет дыхание. Стоим, 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 куда побежали? Прохиливайте рейд, прохиливайте рейд. Стоим, сейчас будет дыхание. До конца стоим тут. Перебежали. Каждые три купола, парни, запомните. Каждые три купола будет дыхание. Вот, вот первый купол был уже. Как только увидите дыхание на этом, по центру экрана, у вас буквально секунды две там. Две-три буквально. Те, кто на платформах, они могут не идти в купол, вроде бы. Да, да, да. Те, кто летает на тарелках, в купол вы типа бессмертные. Те, кто на тарелках. Третий купол. Когда упадет четвертый купол, не бегите в него. Может так, что вы будете перебегать и попадете под дыхание. Вот, дыхание чар. Все, стоим в куполе до конца, пока дыхание не пройдет. Быстро. Все, 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 как раз. Все хорошо, все хорошо. Да, 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 да. У нас еще 4. Все хорошо, все хорошо. Все, добивайте, все. Все, давайте. Край платформы. В трусы, в трусы, в трусы. Ну и либо. Все. Все. Все бежим в звезду. Собираемся в этой точке, после взлетаем, все. Все пост наверх? Пробел. Все, вас по центру экрана посмотрит, покажет. Малига смотрит на вас. А, он не уешит. Все, стойте все вместе, стойте все вместе. Статически. Влево, влево, влево. Хорошо. Слишком
Блядь, статик проебал. Еще, парни, двигайте. Эта херня, походу, за нами летает. Отлетаем влево, 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 левее. Сейчас появится прям на. Не прожал. Отошли. Хорошо, вообще лучше Лилхаммер. Ну, парни. Соберитесь все в кружочек. Либо звездочку. ДПС не очень. Убежали, убежали. Она постоянно двигается с нами. Она двигается. Не, парни. Нам нужно просто стоять все вместе и посмотреть, как стоит, все стоят. Ну да, думаю. Да, трик через щит убивает. Там 3,5 урона идет. По-моему, щит же 80% урона ему защищает. Типа, кто-то слишком низко летит, кто-то слишком высоко, и почему-то постоянно меняется. Там хилит всего лишь по 5000 парня за раз. Типа, мы не можем постоянно, типа, пока до вас хилить.